Всем здрасте. Так, это как его? Сейчас мы улица по улице Нукуская, да, едем? Да, Нукуская. Этот, что хочу сегодня показать, что у нас в Ташкенте температура, мы таем чуть-чуть, да? И согрелись немножко. Вот я хочу, да, вот это показать. У нас, смотрите, температура сегодня минус 2 градуса. Сравнительно теплая уже для нас. Мы уже к холодам попривыкли. И этот уже все, видите, тает. Днем у нас выходит яркое солнце. И днем мы чуть-чуть прогреваемся. Вот. В этом году у нас действительно для нас это получилось аномальной зимой. Очень холодно. И то, что вот у нас перебои были там со светом, с газом. Поэтому мы подмерзли. Но сейчас уже все выравнивается. Все, как это говорится, приходит в норму. Температура тоже уже сейчас более-менее стала. Минус 2 это уже для нас тепло теперь. Так, вот это наше здание, смотрите, пирамид. Уже видите, как оно поднялось. Оно обещает быть 48 этажей в Ташкенте. Тоже будет, видите, одно из высотных зданий. Сейчас очень удобно, видите, если едешь в Черназар, раньше нужно было ехать в объезд. Камера, перекресток, в спину. А сейчас напрямую уже поднимаешься, попадаешь сразу на Черназар. Вот сейчас вот эта дорожная такая. В спину. Развязка помогает. Да. Вообще, вот сейчас мы тоже, знаете, сейчас вам покажу, мы ездим уже в Ташкенте, только по навигатору, да? Вот сейчас, вот смотрите, видите, вот у нас, видите, мы едем, а у нас навигатор нам дорогу указывает. Потому что в Ташкенте очень много пробок. И как это невозможно предугадать, где ты застрянешь, а навигатор все показывает. И к тому же сейчас иногда едешь и показывает он новые дороги. Ну, это, конечно, не для водителей. Кто знает, то знает, а вот кто не знает. Навигатор, он помогает очень, поэтому, наверное, у людей скоро мозги атрофируются вообще. Ни о чем не надо думать. Включил навигатор и езжай себе. Так, вот так вот, улица Мукими. Ну, конечно, машин у нас много, пробок много. И, знаете, у меня вчера такой был этот, как его случай, электромобиль. Приезжает уже как такси. Это такая очень машина комфортная. Кстати, сейчас тоже очень комфортная машина. Так. Хамза. Метро Хамза, да, уже мы доехали? Золотой вот такой центр.
ну, с госпитального, с Мирабадского рынка вот до Чиланзара, потому что сейчас вот благодаря вот этому мосту, видите, такое быстрое соединение. Так. Сейчас мы поднимаемся на мост. Летом здесь очень красиво, так как деревьев много. Сейчас тоже красиво. Так. Здесь есть аква. Это новый аквапарк или он строит? Да. Еще строят, да? Нет. Работает? Три года уже. Да вы что? Вы видите, даже не знаю. Вот здесь аквапарк. Оазис, да, какой-то? Сегодня с вами прокатились.